Это парламентский дневник. Я Елена Крылова. Здравствуйте. Новый шестой созыв республиканского парламента с начала своей работы попадет под полную нагрузку. На этой неделе Президиум Верховного Совета утвердил план работы на ближайшие 3 месяца. Вместо запланированных ранее 18 законопроектов народным избранникам до конца текущего года предстоит рассмотреть и принять 70. Темы абсолютно разные. Потому что основной закон, который был принят на уровне Российской Федерации об образовании, вносил изменения в 132 закона. И таким образом большая часть касается внесения изменений в связи с принятием этого федерального закона. То есть мы изменяем понятие «профессиональное образование», мы говорим об учреждениях, организациях. Не исключено, что Государственная Дума России в ближайшее время пересмотрит законопроект об обеспечении льготами шахтеров. Депутаты Хакасии готовят обращение к председателю Госдумы Сергею Нарышкину. Проект закона о внесении изменений в государственное регулирование добычи и использования угля и социальной защиты работников угольной промышленности находится в Государственной Думе еще с января 2012 года. Однако документ до сих пор не принят. На этой неделе на президиуме Верховного Совета Хакасии депутаты без возражений поддержали предложение Комитета по экономической политике направить обращение в главный законотворческий орган страны с предложением ускорить процесс. Напомним, в Черногорске продолжается акция протеста. Уволенные с разорившихся шахт работники требуют льгот. Причем все протестующие работали не на госпредприятиях, а на частников. В таких компаниях платили больше, но никаких социальных гарантий не давали. Когда коснулось выхода на пенсию, то эти-то люди как раз и пострадали. Вот эти частные предприятия, которые работали, на них никто не перечислял пенсионный фонд деньги. Зато они получали наличными, когда отработают месяц, ну, раза в полтора, в два больше, чем те, которые работали на других предприятиях. Добавим, эта проблема актуальна не только в Хакасии, с ней также столкнулись шахтеры в Иркутской, Амурской областях и ряда других регионов. Президиум Верховного Совета состоялся во вторник, а накануне республиканские парламентарии отправились в Москву. Там проходит 14-й съезд партии «Единая Россия». В составе делегации председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев, его первый заместитель Юрий Шпигальских, заместитель Сергей Комаров и руководитель регионального исполкома Хакасского отделения партии Сергей Мажаров. Какие результаты принесла встреча, мы расскажем ровно через неделю на телеканале «Россия», а также в Твиттере. Адрес официального аккаунта Верховного Совета Хакасии сейчас на экране. Это был парламентский дневник. Всего доброго!